Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Она давала силу, когда
наши аплодисменты. Лауреат международных конкурсов, солистка Кишиневской национальной филармонии Наталья Дилан. Давно закончилась война. Давно с войны пришли солдаты, и на груди их ордена горят, как пламенные даты. Вам всем, кто вынес ту войну, в тылу или на полях сражений, принес победную весну, поклон и память поколений. Дорогие зрители, сегодня у нас в гостях замечательный певец с русской душой, с русским голосом, финалист телепроекта «Главная сцена» российского телевидения, лауреат премии Министерства внутренних дел Российской Федерации, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики Юрий Кононов. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Power!
глаза на врут, калейдоскоп огней. Эти глаза на врут, как чуть все теплее. Эти глаза на врут, чайного цвета. Эти глаза на врут, что это, что это? Все в параде пусть. Сентиментальность, грусть, воле моей супротив. Эти глаза против. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив, пусть проведут года. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, и больше нет разлук. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Пусть я впадаю в сентиментальность и грусть, воле моей супротив. Эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Иди, дядя. Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Обнимаю королеву. Эти глаза напротив, ярче и все теплее. Спасибо. Эти глаза напротив, чайного цвета, голубого. Эти глаза напротив, что это, что это? Вся такая грусть, сентиментальность и грусть. Спасибо. Море моей супротив. Ваши глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. За мной. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Это не та песня. Первый трек, первый. Третья песня там должна быть у вас. Вы знаете, я хочу сказать вам огромное спасибо за этот теплый прием, за эти потрясающие аплодисменты. Вы когда-нибудь видели меня вообще там по телевизору? Стоп. Я должен подойти к звукорежиссеру. Он что-то делает не то, я вам сейчас объясню, потому что я приготовил самые лучшие песни для вас. Вот, поближе к вам иду. Добрый вечер, уважаемая публика! Вы знаете, я приготовил самые лучшие свои песни, поэтому если вы будете поддерживать меня своими аплодисментами... Спасибо. Я вижу, в зале есть пожилые люди, дорогие ветераны. И от мала до велика, я смотрю, и девочки, и мальчики. Вот какая королева, посмотрите, Виктория. Ну, явно у нее будет успех. А ты рядом со мной, поэтому все будет хорошо. От имени всех артистов российской эстрады я хочу вас поприветствовать и сказать вам самое главное, сказать, что мы всегда будем рядом с вами, и все будет хорошо. Эти песни звучат для вас, я вас люблю. Спасибо, погромче. Выйду ночью в поле с конем.
Мы идем с конем по полю.